А перед началом просмотра, друзья, попрошу вас подписаться на наш новый YouTube канал. Ссылка в описании. Заходите, мы ждем там всех. Трагическая новость, друзья, сбила с ног сегодня всех россиян. Об этой новости написало уже несколько российских сайтов и сообщило много российских телеграм-каналов. Все просто шокированы. Эту новость, можно сказать, ждала много лет вся страна. В этой новости сообщается, что сегодня на одной из популярных передач в качестве гостя была приглашена российская певица, примадонна российской эстрады Алла Пугачева. В процессе разговора с ведущим Алла Пугачева заявила, что скорее всего скоро будет прощаться с российской эстрадой. Она заявила, что уходит на пенсию и дает дорогу молодым. Вся страна просто ахнула. Многие фанаты в студии и поклонники Аллы Пугачевой просто зарыдали. Ведь никто не ожидал, что Алла Пугачева покинет шоу-бизнес. Пока больше информации никакой нету, друзья. Наши корреспонденты наблюдают за развитием событий и еще попытаются взять интервью у Аллы Пугачевой отдельно. И об этом мы расскажем вам в следующем выпуске. Поэтому подпишитесь на наш YouTube канал, жмите на колокольчик, друзья, чтобы завтра утром получить уведомления о том, что на нашем канале вышел свежий выпуск. Будьте всегда с нами, следите за нами. И до скорых встреч на нашем канале.